Я рекомендую вам подписаться на канал Школьник Донат. На этом канале выходят, ребята, видосы по танкам онлайн. Также напоминаю, что это канал начинающего летсплейщика. И здесь в скором времени будут выходить просто уйма видео. Также у этого автора есть видосы со мной. Если вы заинтересовались данным каналом и вы хотите на него подписаться, сделать вы это можете по ссылке в описании, либо кликайте сейчас на аннотацию. Ну а я вам желаю приятного просмотра моего видоса. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер. И сегодня я, ребята, буду снимать рубрику «Чай-чай, выручай», но буду снимать не один, а с такими людьми, как Фриври Дэй, то есть ГТС-ка, поздоровайся. Добрейший вечер, ребята. Энигма, поздоровайся. И Саня Эверон, поздоровайся. Доброго чая. Вот, ребята, сегодня в роли догоняющего буду я. И кто не знает правила, опять же, если я дотрагиваюсь до одного из участников, которого от меня будут убегать, соответственно, он замораживается, стоит на одном месте и не двигается. Его могут разморозить только его тиммейты, если до него дотронуться, и, соответственно, можно уже будет ездить. А мне, ребята, разрешается срать минки, ну и, соответственно, всякие разные ловушечки им устраивать. Все, давайте, ребята, быстренько перезаходим, я захожу за красных, вы за синих и начинаем. Хорошо сказал. Да. Все, перезашли. Я вроде за синих, да? Да, я за синих. Ты за синих зашел. Сырая обезьяна, бля. Уходи. Уходи. Все, получается, давайте. Побыли-ка, убыли. Мины нельзя какать, да? Да, вам нельзя, мне можно. И сейчас вас будем догонять. Кто там что сделал уже? ГТС-ка рожает в мумбу. Да я понял. ГТС-ка как назовешь? Вадим, ты же этот не дотронешься до меня, думаю, да? Слышь, помогите, в шаф там, блядь! Дотронулся. А чё он вышел? Не знаю. ГТС-ка, ты респаешься, значит, ты на одном месте стоишь. Сразу. А, да, блядь. Куда товарищ ты упал? Я ж минки могу ставить? Нет, минки может ставить только тот, кто догоняет. Я забыл, на этом уже наделал кучу. Ну, это очень плохо. А ты меня преследуешь? Нет. А ты знаешь, какой я? Саня, блядь, стрелять нельзя. А, нельзя стрелять? Нельзя, знаешь, вам ничего нельзя. Дотронулся, стой. Нет. На видео посмотришь, стой. Фиксация, я снимаю. Давай, становись, блядь, по экрану догоняющего судим. А кого я трогаю? Я GoPro поставил. А зачем ты сюда упал, рак? Трогни меня, пожалуйста. А, все. Дотрогни меня! Я в канал, дотрогни. Дотрогни меня, я в канал. Стоять. Дотрогни меня, быстро, срать на все, меня дотрогни. В каких каналах? В каналах, вот сюда едь, сюда. Давай, давай, эстафету, давай. Дотронулся до Сани. Саня, стоять на одном месте. Энигма. Да Энигма дотронулся, нормально. А я остался, братан. Да. Теперь, кстати, ГТС-ка, ты их можешь спасти, ты их можешь. Давай, братаны, я вас все буду спасать. Вы не заслужили, так что идите нахуй. Давай. Вставай, ГТС. А, у меня нитра просадилась. Нет, как так-то? Спаси. Спаси, спаси. Смотри, как красиво сейчас будет. Сука, нихуя себе. Вот это в натуре читерство было. Как ты так это замутил? О, да ёб твою мать, я как пьяный просто алкаш. Пьяный алкаш? Да. Алкаши бывают еще и трезвые. Бам! Нет. Саня, все, с респа на одном месте становишься. Назар! Уходи! Ко мне! Энигма, Энигма, давай тронь, задурил. Дотронулся. Чё, ты разморозил Саню? Блять. А ты типа по идее должен выиграть, типа. Всех троих я должен это замочить, короче. Ну как замочить? Заморозить. А? Это impossible. Нет, это в двух раундах остальных, ну, в двух выпусках остальных, получается, это получалось сделать вообще на изи. То есть участникам еще, которые убегают, не удавалось, так сказать, дотронулся, все, стоишь на месте. Я, короче... Дотронулся, стой на одном месте, ГТС-ка. Энигма один остался. Энигма, трогай. Меня за жопу. Энигма. А где это охотник? А, вот он. Короче, справа в углу. Ай, вы трогай, задолбал.
Витамин, помоги, спасся! Как ты так ее проехал, четерюга? Ребят, Таня, иди сюда, за красный дом, давай. Ты прям по минке проехался. Я тоже сломанный. Я сейчас сдамся, чтобы видос не получился 10 минут, и Вайдер плакал. А я потом черный экран ставлю. Пиар на старт. Утро делай, да? Пиар на старт. Все, ГТСК опять на одном месте. Тронь. Ты только поехать. Стоять бояться. Дотронулся, стоять. О, Саня, спасибо. Блять. Саня, ко мне. Нет, Саня, не есть. Тебя в жопу. ГТСК. Не трогай, Андрюх, не трогай. Пусть в жопу. ГТСК. Смотри. На тебе проехался, нахуй. Сыр, сюда иди. Зачем ты ржешь с моего ника? Бам. Так, все, Саня дотронулся. Как, не тронул? В смысле не тронул? Не тронул ты меня. Дотронулся, стой. Я отвечаю, Вадим, ты не тронул, ты рядом проехал. Только. А ГТСка, спаси. ГТСка! Вот ё-моё, Вадим, как не ведёт. Вообще не говорю, как ты к моей минке обижаешь? Это говнюки два, такие. Две минки. Так вот это прям вообще жестко. Так, аптеки, да. Да стой, у меня нитрушки нет, куда ты поехал-то? Саня. А. Да стой, я тебе говорю. Зачем? Ты на... Чё, ну, что, на хуй ты поехал, да. Блядь, я сзади еду, ты за мной не хочешь. Так а чё ты без нитры? Тихо, да у меня её нету. Так а чё я должен ждать тебя? Ну, чтоб я до тебя дотронулся. Назар, впереди, Назар, смотри на меня. Назар, блядь, куда ты ехал, ебаный там отвал? За ним еду. Дотронулся, все, дотронулся. Это мне его сейчас в минус положил. Стой. Я спрятался, я в домике наш. Айдер, привет. Здорово. Прыгай на меня, я заблокаю его. Он минку настрял. Он там минку настрял? Сань, ты не двигайся, не двигайся на одном месте. У меня хорошая тактика, ГТСка есть сюда. Я спрятался, вы меня хуй кто найдет. Да. Он, короче, наверху, справа наверху, Вадим. Справа наверху? Да-да, едь назад, вот так туда, и по правой стороне, он там наверху. Окей. Я ник его вижу. Что, ГТСка? Я ник его, спускайся сюда. Зачем? Ну и сразу убежите от меня. Меня хер кто найдет, я спрятался, блядь. На! Есть, все, на одном месте стоишь сразу с респов. Красавчик, ГТСку осталось. ГТСка, я выше тебя, ГТСка, выезжай! ГТСка, выезжай! Выезжай! А где он? А где он? Дотронулся, да! Вы проиграли? Да. Сука, да. Видишь? Тупой, понимаешь? В натуре ты ГТСка, чё так тупил? Тебе сказали, вали от меня. Да я не знаю, где ты был, сука. Я стоял, ждал. Сука, тебе Энигма инфу говорил, где он находится. Сука, ну это жесть. И вот я ж тебе говорил, еще ни раз не удавалось убегающим выиграть. Даже уже с тремя человеками. Нет, все, короче. Вот. Когда я буду догонять, догоняй убегающим, все-таки получится выиграть. Да? Нет, даже у ГТСки получилось так, что он всех догнал. Да? Да. У ГТСки получалось так, что он всех догнал. Я просто охерел. Ну там, кстати, получилось это так из-за того, что я просто упал в это, в самоуничтожился. А, ну понятно. Я думал, Андрюх. Не, кстати, ты думал, что это скилл? Всем огромное спасибо. А, кстати, тоже не знал. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Да, да. Подожди, видос не 10 минут, тихо. Не, все, уже прощаемся. Вот, короче, ребятушки, вот такой вот у нас сегодня получился выпуск «Чай-чай, ворчай». Соответственно, ребята, кому понравилась эта рубрика, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, на канал Энигма, на канал ГТСки, на канал Сани и Верона, ссылки все есть в описании. Всем пока-пока. Как обычно, забыл их вставить. Всем пока. Это прикинь, у нас тут четверо, ладно, четверо. Потом еще кто-то заказал. Так моя ссылка вообще будет где-то там. Всем пока-пока, говорите. А, это еще шутки, потому что видос не 10 минут, это все в видосе будет. Да-да-да. Офигенная шутка. Все, 10 минут, все, можно заканчивать. Всем пока-пока.